эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ежемесячное оперативное совещание провел глава муниципалитета Алексей Спасский. Введены новые ограничения, где установлены определенные запреты, в том числе и по возрастной категории. Река Купелинка лидирует в голосовании за очистку водных объектов на портале «Добродел». Участвую на «Доброделе» в голосовании. Мы проголосовали за то, чтобы очистили речку. Открытое первенство муниципалитета по плаванию прошло в детском оздоровительном центре «Дельфин» в поселке Развилка. Давно не плавали, полгода без бассейна, поэтому пришлось достаточно сложно возвращаться в форму. В районном центре культуры и досуга прошло ежемесячное оперативное совещание. Руководители муниципальных управлений, служб и территориальных отделов доложили об итогах своей работы и состоянии дел на территории Ленинского городского округа. Подробнее в нашем следующем сюжете. Совещание началось с доклада руководителей экстренных служб и полиции. За прошлую неделю в службу 112 поступило более 5500 звонков. Более 30 раз выезжали на происшествия специалисты пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники УМВД продолжают бороться с нелегальной торговлей алкогольной продукцией. За прошедшую неделю изъято более 500 бутылок крепко содержащая алкогольную продукцию. Работаю в основном сейчас по Развилковскому пусту. По дорожно-транспортным происшествиям, слава богу, без погибших пострадавших. Ситуация с коронавирусом в муниципалитете по-прежнему напряженная. За прошедшую неделю выявлено 340 новых случаев заражения. Амбулаторно у нас лечится, находится под наблюдением 1302 человека, у которых подтвержден ковид. Количество пациентов с пневмонией – 305 человек, лечится амбулаторно. Стационарно госпитализировано 474 человека, полная загруженность стационар, из них 104 жители Ленинского городского округа. Поступило 6300 вызовов на дом, что на 3000 больше, чем было неделю назад. В связи с этим руководству ВРКБ пришлось снять с приема часть участковых терапевтов. Теперь помощь на дому оказывают 35 медиков. Глава округа Алексей Спасский призвал усилить контроль за исполнением карантинных мер. Андрей Юрьевич подписал изменения в свое же постановление, где введены новые ограничения, где установлены определенные запреты, в том числе и по возрастной категории, по проведению мероприятий, по работе отдельных наших органов и служб, таких как ЗАЦ, социальных служб. Также глава муниципалитета отметил, что так как до конца года осталось всего 2 месяца, всю хозяйственную деятельность в части ремонта, строительства и благоустройства, запланированную на текущий год, нужно завершить как можно скорее. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На портале «Добродел» идет голосование по очистке водных объектов Подмосковья. В списке есть и река Купелинка. Специалистами администрации Ленинского городского округа совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области уже проведено детальное обследование русла реки. Осталось только набрать достаточное количество голосов для того, чтобы войти в госпрограмму. В прошлом году набережная реки Купелинка была реконструирована. У местных жителей появилось прекрасное место для прогулок. И все было бы замечательно, но около водоема ощущается стойкий запах нечистот, а вдоль берега много крыс. Грызуны, не боясь людей, вместе с утками поедают куски хлеба, которые бросают птицам. Запах появился потом уже, когда вот там очистные появились. А потом уже после того, как, ну я как понял, очистные уже переделали, что-то с ними сделали, как я знаю. Уже, по крайней мере, вот там уже у домов не пахнет. Чтобы выяснить причину неприятного запаха, было проведено детальное обследование реки. Проводили с той целью, чтобы понимать, насколько действительно ее состояние неудовлетворительное на предмет несанкционированных точек сброса, заиливания места растительностью. И пришли к тому, что мы составили общий акт, который направили в Министерство экологии и природопользования Московской области для рассмотрения на совете, где принимается решение о включении рек в госпрограмму. По итогам проверки состояние водного объекта признали неудовлетворительным. Русло реки действительно нуждается в расчистке. Очистные Купелинки, они, соответственно, уже там подключена к КНСК, и вот в следующем году окончательно все перенесется на КНСК. Очистные Завидного, они находятся в госпрограмме на реконструкцию там и тоже КНС. То есть, соответственно, мы 2 глобальных источника загрязнения реки убираем, а это основное требование Минэкологии, чтобы реку включить в госпрограмму по очистке реки.
Сейчас на портале «Добродела» открыто голосование за расчистку рек Подмосковья. Лидирует Купеленко. В настоящий момент мы подключили всю общественность, всю инициативную группу, депутатский корпус для того, чтобы, собственно говоря, наши проекты победили. И мы очень надеемся, конечно, на это, для того, чтобы войти в федеральную программу, поскольку все водные объекты, как вы знаете, что это федеральная собственность. Я участвую на Добродели в голосовании. Мы проголосовали за то, чтобы очистили речку, за то, чтобы убрали этих крыс отсюда, чтобы речка была чистая. Голосование на портале продлится до 15 ноября. После него будет рассматриваться вопрос включения реки в государственную программу по расчистке водных объектов, реализация которой планируется после 2022 года. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках регионального проекта ДК «Онлайн» в районном историко-культурном центре запустили кружок «В мире истории и культуры». На платформе Zoom сотрудники учреждения будут рассказывать школьникам Ленинского городского округа о родном крае. Первый онлайн-урок был посвящен созданию и работе градообразующего предприятия Московского коксогазового завода. Слушатели – ученики 4 класса 2-й Видновской школы. Во-первых, зачем построили коксогазовый завод? А, естественно, исходя из этого, каким образом появился наш город? Что такое кокс, что такое газ, зачем это тоже нужно в жизни? Формат Zoom – не новинка для школьников. Весной в самоизоляцию они даже обучались с помощью этой платформы. Сегодня же ученики все еще находятся в школах, а различные мероприятия имеют возможность посещать онлайн. Это, ребята, самый настоящий кокс. И вот он – необычный камень. Он для нашего города золотой, потому что именно с этого камня, с кокса, и появился наш город. Виртуальное путешествие по коксогазовому заводу на ребят произвело большое впечатление. Связь не зависала, программа Zoom работала исправно, поэтому 30 минут урока прошли на одном дыхании. Впечатление, ребят, правда хорошее? Да! Замечательные занятия. Мы очень давно сотрудничаем с историко-культурным центром. Мы с нетерпением ждем каждое занятие. Следующее онлайн-занятие состоится совсем скоро и будет посвящено экологии. Методисты ИКЦ уже готовят сценарии, подбирают видео и фотоматериалы, чтобы также заинтересовать школьников. Открытое первенство муниципалитета по плаванию проводится в детском оздоровительном центре «Дельфин» уже более 20 лет. В этом году оно должно было состояться весной, но из-за пандемии было перенесено на осень. И вот, наконец, любители плавания встретились на воде в развилке, чтобы выявить сильнейших. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В бассейне «Дельфин» поселка Развилка состоялось первенство Ленинского городского округа по плаванию. На соревнования могли записаться все желающие, но основной список участников составили воспитанники оздоровительного центра. Ребята, которые от 11 лет, они должны показать все возможное, чтобы третий разряд у них был взрослый, те, которые хотят дальше участвовать и выходить на российские, на областные соревнования. И, конечно, очень много воспитанников, бывших воспитанников, можно так сказать. Это мастера спорта, это участники российских чемпионатов. Всего на дорожку вышли около 100 человек. Пловцам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. Также можно было принять участие в эстафете. Ребята с нетерпением ждали этого дня, так как из-за пандемии все соревнования долгое время были отменены. Я дома готовился, занимался с резиной, ходил на турники, на брусья. Сейчас пловцы из-за временного простоя планируют только лишь вернуться к прежним результатам, а уже потом начать путь к новым победам. У нас были спортивные сборы, мы там провели неделю. У нас почти ежедневные тренировки, много проплываем, в зал ходим. На улице нам дают задания, так что по полной программе. Потому что давно не плавали, полгода без бассейна, поэтому пришлось достаточно сложно возвращаться в форму. На первенстве присутствовал заслуженный тренер России Андрей Шишин, воспитавший прославленных спортсменов, известных во всем мире. Я продолжаю тренировать Женю Рылову, Ваню Гиреву, всех спортсменов сборной России, которые представляют наш район. Вот, а здесь более молодое поколение отбирается на чемпионат Московской области. Это один из этапов отбора.
Соревнования из-за сложившейся эпидемиологической обстановки прошли без зрителей. Но представители плавательного сообщества сами поддерживали друг друга. Победители получили кубки и памятные медали участников. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!